Да-да-да, запомни навсегда. Ла-ла-ла, сложные слова. Иван, а что же такое конверсия? Конверсия – это такое сложное слово, которое на самом деле очень простую вещь объясняет нам. Например, в рекрутинге. Вы пригласили в компанию 100 человек. Из них только 50 прошли регистрацию. Из 100 человек 50. Конверсия 50%. Это значит, половина из тех, кого вы пригласили, зарегистрировались. Идем дальше. Из этих 50 человек, 25 сделали заказ. Тоже половина. Еще раз, конверсия 50% из регистрации в покупку. И так далее. Очень просто. Что конверсия напрямую зависит от нас. Действуйте и повышайте свою конверсию, добивайтесь новых результатов и высот. А с нами было, вам будет.